Всем большой футбольный привет с Дальнего Востока. Говорит и показывает Хабаровск. Как обычно, очередной уже 17-й тур начинается здесь, на Дальнем Востоке. Сейчас опасный перевод направо, сторону, пас, центр. Нет, даже не игры, удар. Какой момент возникает? Стародуб играет в центр, там Алиев и Жамалетдинов. Подача в штрафную, Жамалетдинов! Подача Мусалова и Жамалетдинов. Подача, и какой момент! Какой момент превращается в гол! Ну и конечно же, отмечаем передачу Кулишева. И СКА в атаке. Мусалов, передача, и так, а что здесь, судя по всему, гол, защита. Давайте смотреть еще раз. Гилаян, Мусалов до последнего контролировал. Классная передача на Жамалетдинова. Удар по воротам и гол. Амир Натха не зря вышел. Амир, первый гол за СКА Хабаровск. Когда-то он был в Барселоне, а теперь забивает в лучшей лиге мира. Подача Мусалова, удар по воротам, спасает во вольт, и мяч в сетке. Александр Иваньков, центральный защитник, подключился. И еще один угловой. Волевая победа над Шинником дома. И все, даже не стал дожидаться главный арбитр матча.